Всем привет, меня зовут Людмила. Сегодня розыгрыш двух комплектов из эпоксидки, которые мы вместе с вами сделали в предыдущем видео, три в одном, распаковка с Казань-экспресс. Сегодня 10-е, как и обещала, время 10:56 у нас в городе. Давайте покажу вам комплекты. Первый это вот такой в фиолетовых тонах с лавандой. С искусственным снегом, на просвет видно хорошо этот искусственный снег. Вторая буква будет такая же, в фиолетовых тонах. Ну, для примера я сделала вот такую, просто голубую. И второй комплект в золотых тонах с шиммером и паталью. И в наборе к ней буковка, вот такая, брелок. Ну, вы же понимаете, что, соответственно, мне нужно будет дать один день, день-два на изготовление брелков, потому что я понимаю, что ваши инициалы могут быть не такие, как эти буквы. Доставка по Российской Федерации будет осуществляться за мой счет. Страны, другие страны будут осуществляться за счет победителя. Победитель будет один. Итак, давайте приступим к розыгрышу. Копируем ссылочку на мое видео, вставляем в рандомайзер для YouTube, который определяет подписки, лайки, комментарии, и жмем кнопочку рандомайзер. Влог Натали, извиняюсь, если неправильно, Чалк. Поздравляю вас, вы победитель, свяжитесь, пожалуйста, со мной. Все свои контакты я оставлю в ссылке в описании под видео. А остальных участников, кто не победил, жду на следующих розыгрышах. Желаю вам удачи, всего самого хорошего. Оставайтесь со мной. Пока-пока.